За последние 2 недели очень неравномерна ситуация касательно наполнения водохранилищ. Вот как было отмечено, тоже Симферопольское, Загорское водохранилище, частично Балановское, практически не получают притока. И несмотря на то, что снег обильно выпадал, и реки, которые питают эти водохранилища, их бассейны тоже все покрыты снегом, но уровень по этим водохранилищам практически не изменяется. Если мы говорим про Чернореченское водохранилище, то это один из лидеров наполнения. Уровень пополнения воды по этому водохранилищу один из самых больших по всему Крыму. Также лидером можно назвать Белогорское водохранилище. Действительно, за последние 2 недели достаточно сильно видно, как его уровень повысился. Такая неравномерность характерна многим водохранилищам, и причина все-таки это площадь бассейна и наполненность бассейна рек, которые питают водохранилище, количеством осадков, количеством снега, и непосредственно в разных бассейнах снег тает с разной скоростью, и его количество в миллиметрах было неравномерно. И даже если с виду запасы снега по бассейну реки Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище, было достаточно значительным, то по факту много воды идет на пополнение подземных горизонтов, и много воды разбирается по пути, и до самого водохранилища воды доходит крайне мало. И если давать краткосрочный прогноз, то и Симферопольское водохранилище, и Тайганское водохранилище, и Балановское водохранилище будут наполняться крайне медленно, так как есть вот ряд факторов, и один из основных факторов – это антропогенный. И если говорить конкретно еще по Тайганскому водохранилищу, оно будет наполняться после того, как наполнится само Белогорское водохранилище. Это принцип сообщающихся сосудов, эти водохранилища два весьма сильно зависят одно от другого. Настолько была критическая ситуация с недостачей воды по всем водохранилищам без исключения, что нужно очень много атмосферных осадков для того, чтобы водохранилище наполнить хотя бы до объема, чтобы можно было говорить, что ситуация не критична.